В Акмолинской области нет отдельной детской библиотеки. Лишь на базе областной универсальной научной библиотеки имеется детский уголок. Здесь имеется 10 тысяч книг для детей до 14 лет, и только 30% из них на казахском языке. У нас в Казахстане очень мало детских писателей, поэтому большинство наших книг на казахском языке – это переводы. У нас также есть книги местных писателей. Это работа Баянгали Алимжанова и Серика Сапарова. В этом году на приобретение детских книг было выделено 2 миллиона тенге, но книг на казахском языке почти нет, говорит заведующая сектором библиотеки Назира Ташкенова. Например, «Снегурочка» – это не наша сказка, но перевод на казахском есть. Детям это интересно, потому что удобный шрифт и интересные картинки. Ребенку это становится интересно. И вот недавно мы получили книгу «Казахские народные сказки». Шрифт здесь очень мелкий, картинок нет, детей это не интересует. Соответственно, не берут читать ее. По словам председателя Союза писателей Казахстана Улыкбека Ездаулета, необходимо организовывать масштабные конкурсы по развитию казахской детской литературы. Автор предложил переиздать антологию многолетних работ и перевести их на 6 ведущих языков Организации Объединенных Наций. Иногда дети видят на экране непрочитанную книгу и уже потом хотят ее прочитать. У нас есть неразвитая область комиксов. Например, дети любят иностранные комиксы под названием Gravity Falls. Детские библиотеки не везде одинаковые. Я не могу сказать, что они есть во всех областях. Детский писатель из Акмолинской области Баянгали Алимжанов недоволен тем, что детской литературе не уделяется нужного внимания. По его словам, литература, предназначенная для подростков, вообще отсутствует на казахском языке. Дети растут в сложном мире, они все впитывают. Зачастую у многих нарушена система мышления и речи. Важно, чтобы дети много читали. Литература, как известно, воздействует на кору головного мозга. Нужно научиться думать и говорить во время игры. Интернет, фильмы, мультфильмы и музыка не могут заменить чтение. Можно комбинировать, но не выбирать что-то одно. На 4-м заседании Национального совета общественного доверия президент поручил уделить особое внимание вопросу чтения детей и подростков. По статистике, Акмолинскую областную библиотеку ежегодно посещает порядка 26 тысяч детей. Библиотекарями выдано не менее 53 тысяч книг. Однако отсутствие детской литературы на казахском языке и недостатки в издании – актуальная проблема. Эксперты надеются, что эти вопросы будут решены уже в этом году. Зарина Дюсекеева, Исаулес Езбек, Павел Соловьев, Шохан Таукеев, Кокчаакпарат.